Вы знаете, тут, на мой взгляд, даже сравнивать не с чем. Ну, во-первых, Ильхам Алиев – это сын великого Гейдара Алиева, которого прочили в руководители Советского Союза. Во-вторых, Ильхам Алиев был преподавателем МГИМО. Ну и сравнивать познания в истории и вообще во всем Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, ну это как бы несуразно. Несуразно, мягко говоря. То есть он, Пашинян, обыкновенный журналист, который на популизме пришел к власти. И откуда ему знать, что когда происходило? Он также познает, как и все армяне, из того, что написано новое, да, в истории. Если мы читаем, изучаем архивы, да, там исторические книги, что на самом деле происходило на Кавказе, кто и как заселялся, кто и как что завоевал, то Никол Пашинян думает по-другому. Он думает на основании тех бумаг, которые готовили новые армянские историки. Вот. И поэтому, конечно же, он, к сожалению, хоть проигрывает в познаниях президента Азербайджана и выглядит не столь выигрышно на фоне мировых лидеров.